Город Гомель, вулиця Фрунзе, 6. Тепер это новый официальный адрес Головного управления юстиции Гомельского облаканкама. На трех поверхах будинка, который ранее належал одному из банков, около 50 супрацовников. Починаючи от канцелярии, менавіта тут будут сустракать наведвальников. У вогуле Головное управление юстиции достаточно великая структура. У зоне его отказности – ЗАГСы, архивы, юридичная экспертиза правовых актов. Занимаемся проведением обязательной юридической экспертизы принятых нормативных правовых актов райисполкомами, облсполкомов. Мы контролируем деятельность нотариата, мы ведем большую работу по организации работы органов ЗАГСа. Вот те основные вопросы, которые мы решаем. Ну и, безусловно, очень много вопросов касательно регистрации политических партий, регистрации общественных объединений. У одним будинку центрального аппарата Головного управления юстиции его структурное подразделение управления промыслового выполнения. 5 лет тому президент Беларуси принял решение об створении единой системы органов, которые будут заниматься выполнением решений судовых и административных органов, тоже податковой службы и Держаутоинспекции. Сегодня на одного сотрудника управления что месячно приходится больше, как 250 документов. Работы шмат, а тому створение належных умов працы – життевая необходимость. Здесь решение вопроса может быть в первую очередь за счет развития информационных технологий. И за последние несколько лет судебные исполнители получили доступы ко всем основным базам данных различных государственных органов и организаций для того, чтобы сделать процесс исполнения максимально автоматизированным. Сегодня не надо уже судебному исполнителю, как когда-то 5-10 лет назад, направлять запросы в различные органы для того, чтобы проверить имущественное положение должника. Олег Сентюров, Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель».